Нам надо с тобой поговорить. Что случилось? С этого дня я устанавливаю правила. Одно матное слово 1000 рублей. Зачем? Ты очень много материшься. С хуй. Ну вот. Ты думала, я тебе 1000 рублей дал? А что было бы, если бы Дима дал 1000 рублей? С хуй. Ну вот. Где моя красная рубашка в клетку? Я опаздываю на встречу. Я ее постирала. Ты что, она ж чистая была. Так. Вкусные чипсы. С бананами. У меня на бананы аллергия. Ну что, ковбой, развлечемся? Семь тысяч, неплохо, неплохо. Вообще-то, сука, это литературное слово. Ой, да ради бога. Все-таки 27. Ну что, продолжим, крошка? Иди. Еще песчинка привалила. Сдохни, 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 сдохни! Светлана, что делаете? В Sims играю. А вы знаете, у нас новенький парень в офисе появился? Ха, конечно, знаю. Мне начальник после секса говорил. Ой, после секса говорю. А, ну да, после секса. Здравствуйте. Что, вкусно пахнет от него? Нет, проверяю, не пахнет ли от меня. Так, новенькая, пойдем, наконец-то пригодишься. Типа я страшненькая подружка? О, точно. Пошли. Учись. Меня зовут Светлана. Алан. Согласна. Меня зовут Алан. А, зовут. А ты что подумала? Светлана, извините. Я влюбилась. Парни любят недоступных. Поняла. Послушай, у нас с тобой ничего не получится. Ладно. Оля, он не обращает на меня совершенно никакого внимания. Я уже на него и наорала, и кофе облила, и в спину плюнула. Он точно не гей? Точно, у него жена есть. Тогда не понимаю, в чем проблема. Светлана, я хотел... Иди на... Ничего не понимаю. А время вы мне не подскажете? Музыку выключите свою, у меня кровь из носа аж пошла. У меня нет музыки. А где она? У меня в голове, что ли, музыка? Я сейчас в полицию позвоню. Вы в психушку заодно позвоните, мало ли что. Да зайди в цитадель разврата, вот это я буду в бледушник. Каждый день музыка у вас играет новая. И женихи у вас новые. Подстилка, подстилка. Никакого уважения к старшим. Давайте сделаем вид, что я выключила музыку, которая не играла. Что-то еще? Вот в вашем возрасте была такой замечательной девушкой. Куда, до свидания? Музыку выключите свою? А я сейчас пойду позвоню. Подписи соберу и выселим тебя отсюда. Здесь люди нормальные живут, как я. А вот такой сброд, как вы, нужно на улицу всех, чтобы на свалке с бомжами. И шумоизоляцию в туалете поставь, а то срёшь на весь дом слышно. Фу. Так, что еще буду сказать? Ну и где ты был? Гулял, мам. Прости, что так поздно пришел. Я, между прочим, из-за тебя всю ночь не спала.